Привет! Великодушно прошу прощения за то, что на канале выходят в основном одни мэп-пакеты и распаковки. Я обещаю, скоро выйдут и более нормальные видео, хотя до сериалов еще далековато. Да. Но, как говорится, я предупреждал, что распаковок будет реально много. Сегодня в посылке приехал один из двух символов моего канала. Я безумно этому счастлив, и сейчас покажу вам его. Первый, кто мне попался, был вот этот милый медведь, точнее панда, но не суть важна. Честно, у меня нет никакой любви к медведям. Ну или к пэтам такой формы, но, боже, я просто влюбился в эту панду, когда разглядел его окрас, его глаза, его рисунки, бля, он божественен. Его полуприкрытые веки, рисунок сакуры, скорее всего это сакура, и просто такое нежное, болотное сочетание непонятно каким оттенком вызывает во мне один только восторг. Ну и естественно это его глаза. Прекрасней его глаз только у символа. Следующая псина даже в кадр не поместилась, настолько он огромный. У меня был, конечно, золотистый ретривер, но я до сих пор не могу привыкнуть и свыкнуться с их размерами и габаритами. Они реально очень большие, почти как доги. Даже, по-моему, выше. Этот Плюся поразил меня самое сердечко своим милым взглядом и довольно нежными градиентами на тельце. Также эта скотинка безумно на меня похожа в плане внешности. Прям очень. Ну, правда, кроме одной детали. Я гном. У него есть небольшие помарочки. Но я думаю, что их можно отмыть, поэтому это не смертельно. Ну и, наконец-то, долгожданный символ канала. Один из двух. Это сова. Я, конечно, никогда не читал и не думал, что моим символом может стать сова. Но я, когда увидел ее, понял, что все, бля, вы дождались, он обязан быть моим. Почему же этот пиздюк стал символом канала? Да по той простой причине, что он, сука, рыжий. Он, блядь, рыжий. Я обожаю рыжих. Ну, то есть рыжих пэтов. И цвет в целом. А также у него фиолетовые глаза. Фиолетовые глаза у пэтов божественны. И точка. В общем, я очень счастлив, что они у меня появились. Я надеюсь, вы разделите мое счастье тоже. А на этом все. Конец.